Лошадь – это крылья джигита. Не случайно так говорят в народе. Если Куртка была любимой спутницей, Тайбурыл был верным другом, оберегавшим и защищавшим батыра. Кубланды – это символ героизма. Сделали его гордостью всех казахов именно эти два героя. Батыр на своем коне преодолевал большие расстояния. Сражался с калмыками и побывал в таких местах, как Жалгазоба, Хособа, Бесоба в ауле Жиренкопа Кубдинского района, Жиренкель, Ешкыкырган, Тазбулак-Тауа, родник Тушман. Могила Кубланды находится на берегу реки Кобда в восточной части, рядом с аулом Жиренкопа. Она была огорожена, а в 1995 году установлен надгробный камень. В 2006 году батыр был перезахоронен. Батыр бабаларымыздың қай жерге барған, олардың тұлпарларының тұяғының ізі қай жерде қалған. Где были наши предки, где остались следы их коней, все это мы должны изучить, внести в историю и передать молодому поколению, пробудить в них чувство патриотизма и любви к своей истории. И только тогда мы сможем сказать, что выполнили свой долг. И все это должно быть как само собой разумеющееся для старшего поколения, таких как мы.